Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем, как всегда, с ивента. Давай посмотрим, что нас будет здесь ожидать. Ну все, ромашка, хорош, завязывай, давай тут крутиться. И я смотрю, здесь один гаргантюа. Удивительно, и два обычных зомби. Почему так, а не как-то по-другому? Это для меня, конечно, вопрос. Так-с, давай тут, наверное, все с тобой засадим этими цветочками. Так, зомби уменьшился. Слушай, когда уменьшенный зомби, он получает в два раза больше дамага или нет? Или это просто уменьшается его рост? Нет, скорее всего, он получает больше дамага. То есть он как бы становится легким, да? Так, тихо, родные мои. Уменьшайтесь, зомбики. Вот, совсем другое дело. По красоте. Сейчас мы с тобой здесь все горохострелами заставим. Но не забывай, что пойдет еще здоровый гаргантюа. Так, кукурузка. В атаку. О, отлично. А вот, кстати, и гаргантюа там идет. Мы еще с тобой вот так вот сейчас замедляшку врубим. Стоп. Какого лешего ты здесь бродишь, а? Скажи-ка мне на милость. Уменьшайся давай. Слушай, ну если так и пойдет дальше дело, то я тебе скажу одно, ивент будет одним из легких. Хотя еще рано какие-то выводы делать. Срочно уменьшаем их. Что-то не сработало, а нет, все получилось, все хорошо, друзья мои. Все очень даже великолепно. Так, давай-ка мы этого с тобой... Че, я не понял, не заморозили что ли еще? И последняя волна, друзья. Пишут нам последняя волна. Мы с тобой вот так вот сделаем. Опа. И все гаргантюа становятся сразу мелкими. И это очень круто. Так, у нас удобряшка. Давай хотя бы одну потратим. И можем, знаешь, что с тобой сделать? Вот так, хотя уже и ничего делать и не надо. Этого сейчас мы бомбанем и все. Ребят, победа за нами. Я думаю, что есть смысл еще разочек пройти этот уровень. Ну давай ты уже размораживайся, падай, зомбарь. Это, конечно, странно сделано, да? Не заканчивается до тех пор, пока этот зомби не упадет. И что же у нас тут в пиньетах спрятано? Давай посмотрим. Блин, гриб любви. Вот. Вот это уже совсем другое дело. Маркадемия, да? Это у нас орешек, который сейчас, кстати, разыгрывается на арене, друзья мои. Слушай, давай-ка еще разок сыграем. Ну что, ребятушки, повторение мать учения, как говорили, да, нам раньше в детстве. Поэтому закрепим наш результат. Будем сюда выставлять. На каждой строчке, ребята, будут у нас вот эти вот цветочки с вами, да, стоять. И, соответственно, зомби будут маленькими. Так, постой. А если мы, например, еще поставим? Что с ним будет? Ничего, да? Второй раз, как говорится, на них не срабатывает. Ну и не страшно. Так, мы с ним справимся, с этим... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Разносите мне быстрее этих зомби. Так, давай-ка сюда поставим в помощь. Вот это уже по-нашему. Так, подожди, наверное, не будем пока тратить. Горохострел, я думаю, здесь и так справится. Поставим сюда с тобой. Здесь пускай будет у нас кукуруза стоять. Опа, всех сразу уменьшили. Наверх горохострела надо ставить. Так, подожди, вот этого надо замораживать. Блин, заморозка немножко не туда сработала. Ладно, давай так сделаем. И замедляшку. И сюда цветочек. Отлично, все по красоте. Все очень великолепно. Так, пускай заморозится. Заморозится и шипы еще сюда поставим, да? Чтобы он получал урон. Ну-ну-ну-ну, замедляем их всех. Слушай, ну вообще ивент довольно легкий, на самом деле. И прикольный. Так, я могу что сделать? Ну, общую заморозку.
Вот таким вот образом. Поставить сюда, например, ледяшечку, да, и цветочек, уменьшатор. Да еще и шипы. Нет, шипы почему-то не ставятся под него. Почему, пока не знаю, ребят. Ну давай, давай, горохострел. А что мы терпим? Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Бомбанем этого гаргантюа. Ты посмотри, какой, а. Не хочет падать, и все здесь. Ну что, делаем заморозку? Окей. Так, теперь нам остается лишь уменьшить их и кукурузами забомбить. Так, и еще и замедлить ко всему. Ну тут шансов нет вообще. Хотя, смотри, он там бросается, да? Так, этого хлопыша сразу мы с тобой подбили. Тут еще замедление будет срабатывать. И, наверное, еще можно поставить вот сюда вот уменьшатора. Все, 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 все. Шансов нету. Мы его подбили. Прикольно. Так, ну что же. Забираем наши награды. Подожди, как? Кто орет? А, ё-моё, я думаю, еще не заканчивается. Тут этот безголовый зомбик шел. Выжил, умудрился как-то. Так, маркадемия, чилибин и 1000 голды. Ну что же, с Сивентом мы разобрались. Теперь пойдем на арену. На арене я не был. Точнее, я был, но поиграл немножко всего лишь. И 100% тебе говорю, что у меня там, наверное, самое последнее место. Кстати, давай-ка зайдем, наверное, на огород к нам. Что тут созрело? Так, денежка. Лук. Близнецы. И мина. Отлично. Поливаем. Окей. Ну что же, теперь, я думаю, надо посмотреть, что у нас там на арене. Что на арене? Сколько у меня перчаток? Я думаю, перчаток у меня... Ага, 4 штуки. Нужно мне 15 гербов, да, получить? Тут 3 пиньета на счету. Блин, а с гемами у меня проблема, друзья мои. С гемами проблема. И я не помню, хоть убей, с кем тут и против кого мы воюем. Ну, против зомби-то понятно, но против каких? Это, случайно, не те, которые у нас с газетами? По-моему, именно они тут будут. Оу, щит. Так, ну-ка покажи-ка мне. Хм. Да, тут зомби с газетами. Прыгуны. Твою же налево. У меня вот такая вот здесь выстроенная штука. Нет, здесь надо брать все-таки, наверное, теневое растение. Теневое, да? А может быть, даже уменьшатор понадобится. Кстати, его тоже можно взять. И, блин, тут еще и летающие будут, кстати. Против летающих нам хорошо заходит обычно кто? Клевер. Поэтому либо нам сейчас клевер с тобой брать. Тогда вишневая бомба зачем нам? Блин, вот зараза, а. А клевер я взять не могу. Вот так вот, ребята. Клевер я взять, к сожалению, не могу. И это плохо. Это очень плохо. Подсолнухи, ну ладно, давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем. Да? Поехали. Попробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. Раз и два. И выставляем с тобой вот эти, ребята, орехи. Плюс ко всему. Погоди-ка, а у нас-то здесь могилки, оказывается, ребят. И тут растения замороженные, да? Ладушки, могилки. Так, может быть, нам... Давай еще по одному, наверное, вот сюда вот поставим. И уменьшаторы. Пускай будут где-то вот здесь, здесь и вот здесь. А между ними еще поставим помине. Так, и вот так. Ну что, ребята, поехали, посмотрим, как у нас получится здесь. Что-то мне кажется, ничего хорошего у нас здесь не выйдет.
Блин, тут еще эти усиления для зомби выпадают. Так, ладушки. Уменьшаем, да? А мы летающих уменьшать не можем, оказывается. Твою же налево. Ладно, предположим. Ты посмотри, сколько тут энергии дают. Ну-ка, давай, 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 мина, срабатывай. Че-то. Круто. Это все, конечно, очень круто. Блин, уменьшатор срочно ставить надо. Оу. Ё-моё. Первые, ребята, проблемы пошли у нас. Кстати, я тебе скажу. Ты посмотри, что происходит здесь. Ну как этот зомби чертов может, я не знаю, делать вот эту вот штуку свою, а? Почему мы по нему не наносим урона? Вот объясни мне. Почему? Это жестко. С курицами мы справляемся с тобой легко. А вот с остальными фигня какая-то. Смотри, они просто пролетают здесь. Ну-ка, взорвем. А дальше что? Блин, целая куча зомбарей, я. Давай быстрее выставляй, ёб красоты, а. Эти мины. Нифига, ребят, тут столько врагов, что-то у меня аж все так залагало здесь. Смотри. Я проигрываю, по, ребята, по очкам. Причем очень сильно. Да, капитально мы проигрываем. И я ничего не могу сделать. Что он там творит? Вот этот вот заклинатель. Ну-ка попробуем так вот сделать. Так, уменьшатор туда бросим. Так, вишневая бомба. Ты будешь срабатывать или нет? Так а что толку-то, ребят? Ну что толку, согласись? Мы проиграли с тобой, да? Зачем я вот это вот растение брал? Вот объясни мне, зачем я его брал, если... А оно даже не срабатывает, ребят, оно не уменьшает их. Ты прикинь, вот это я лопухнулся. То есть я просто-напросто потратил зря, да? Зря вот это растение брал, которого никакого толку нет вообще. Трындец. И времени 37 секунд. Ну что я тут за 37 секунд сделаю? Да ничего. Смотри, видишь, оно не срабатывает, ребят. Я этого не знал, если честно. Вот этого я не знал. Поэтому вот так вот и получилось все. Жестко, там еще и этот идет. Смотри. Гаргантюа, здоровый этот. Не, куда там. Все, профукали мы, короче, с тобой счастье. У меня и гемов нету. Ты посмотри, там какая армия их идет. Ё-моё. Сейчас я посмотрю, что выбрал наш оппонент. Какие карты он там брал. Потому что я не понимаю, что тут вообще можно сделать. И как тут сразиться с этими зомбарями. Орех, так. Слушай, ну... А, он могилоеда брал. Вот он что делал. Слушай, ну как... Придется, ребята, сбрасывать. Конечно же сбрасывать, потому что у меня нету гемов. И я не могу продолжить дальше битву. Ну, теперь я тоже возьму могилоеда. Потому что действительно могилки там нужно уничтожать. От этого цветочка, как мы поняли, уже толка нету. От уменьшатора, да? Будем с тобой могилы вот эти уничтожать. Так, секунду, давай мы подумаем. Раз. Электрический против курицы, да, пойдут. Очень даже хорошо. Плюс у нас с тобой здесь есть где-то мины. Это, может, этого взять мне? Кстати, ребята, да, это теневая мята. Получил я ее буквально недавно. Купил за конфетки зайти. Хм. Если только взять вот эту вот мину первоначальную. Ну, я не могу, да? Она не улучшенная здесь получается. Против прыгунов. Не знаю, что здесь делать.
Этот орех, но этот орех только, ребята, работает при теневом растении, вот при этом. Все. Остальное ты прекрасно видел, не срабатывает ни шиша. Против летунов тоже у меня ничего нету. Странно. Очень-очень странно, ладно. Давай посмотрим. Выставляем сюда и сюда, да? Дальше выставляем вот эти вот орехи. Как типа защитного барьера, что ли. Сюда поставим мины. Вот таким вот образом. Дальше. Пускай у нас здесь стоят электрические. И еще рядок, пускай будет из мин. Вот так вот. Ну что, ребята, поехали. И будем уничтожать с тобой, естественно, надгробие. Ты посмотри, начинает с летающих, а? Специально, что ли, блин? По-другому не скажешь, конечно, специально. В плане, я что-то не врубился. Чё происходит? Эй! Дай-ка я его уничтожу. Да, энергии, конечно, надавали целую кучу, а толку-то от этого? Ну и что, вот я на него потратил, а толку-то от этого? Вообще не вижу никакого. Давай, быстро уничтожай. Ну и где? Вот он, вылетел. Так, ставим сюда. Мне, наверное, лучше все-таки все это тратить, знаешь, на что? На мины. Мне кажется, от этого будет больше толку. Да? От этих мин. Или не будет никакого толку, я не знаю. Давай его здесь уничтожим. Ну, предположим, ребят. Так, вот еще у нас с вами мину размножаем. Да, против летающих, конечно, тут нифига не получается, ребят. Будем с тобой плодить тогда чисто мины. Ё-моё, ты посмотри, какая тут армада идет. Сейчас вот как раз мне вот этот нужен, ребята. Цветочек мой. Ну чё же ты не созреваешь-то, господи, а? Ты же мне так сильно сейчас нужен. Вот он. Чё, ребят, запускаем. Трындец. Жестко, согласись. У меня просто нет слов. Что тут происходит, просто нет слов. Тут мало того, что эти курицы, ребята. Мало того, что эти курицы. Так, вот, давай вот эту вот могилку с тобой уничтожим. Тут еще прыгуны очень сильно мешают нам. Они прыгают, и начинается вот этот вот расколбасня. А где надгробие-то? Почему надгробия больше нету, а? Чертовски хреновенько, ребята. Нет, такая тактика тоже не работает. Воу-воу-воу-воу, смотри, какой здоровый стал. Чувак просто гигантский. Идет, блин, наяривает. Да он сейчас уничтожит в 3 секунды растение мое. Ему по барабану, смотри. Хрумкает. На обед их, елки-палки. Я не знаю, либо здесь нужны слишком прокачанные растения. Или как, ребята, пишите в комментариях, как вы боролись. Но вот здесь вот на арене, на этой. Потому что, ну, вот я что смотрю здесь, просто трэш какой-то. По-другому не скажешь, какие-то маги. Очень люто, конечно, очень люто. И если я здесь выиграю, то это чудом каким-то, ребят. Просто чудом. Я офигею. Да. Сам себе не завидую. Тут даже если какую-то брать тактику. Ну вот смотри, что у него тут. Тоже особого ничего такого нету, ребят.
Как у меня практически, да? Но, тем не менее, мы с тобой заработали одну перчатку. Плюс 5 этих щитов получили. А нам нужно еще 10. Потому что 15 надо было. Жестко, я тебе скажу. 4 конфеты. За конфетки стоит побороться. Сейчас мы посмотрим, сколько нам еще. Ага, еще 9. Подожди-ка, сколько? 9? Нет, 4, по-моему, да? Да, 4 нам нужно герба получить. И тогда мы с тобой получим 20 орешков. Фух. Так, 4 перчатки у нас с тобой еще есть. Блин, что же тут можно придумать, а? Какую бы такую тактику хорошую, да? Тут летающие, летающие специально, ребята, тут отправляются к нам в бой. Специально мешают. И против них я здесь ничего сделать абсолютно не могу, против летунов. Замедляшка, смысл-то от нее, от этой замедляшки? Мины. Мины хороши, конечно, но... Блин. Не знаю, вот эта мята вообще великолепна здесь. В данный момент она вообще идеально здесь подходит. Может быть, в жвачку их всех окунать? Или как быть-то? Боулинг. Нет, боулинг это не то. Электричество, конечно, нам помогает, ребята, против кур, против всей этой ерунды. Но не более того. Но не более того. Поэтому придется опять брать этот цветок, который нам будет помогать выращивать маркадемию. Это теневой. Вот этот вот. Блин. Ох. Слушай, а может быть нам вот этого лучше взять, а? Поехали. Поехали. Но они все равно пробивают. Они пробивают, ребята, здесь нашей, как говорится, защиту нашу, оборону. Хоть ты тут что делай с этими орехами, они все равно пройдут. И прыгуны. Надо было, наверное, этих брать близнецов, да, которые стреляют. Как вариант, можно было бы еще, наверное, пройти. По крайней мере, не дать им съедать именно с тыла наше растение. Ну вот, например, сюда я поставлю еще кактусят. И еще мин. Так, последняя мина. Ну что, ребята, отправляемся. Let's rock. Еще видишь, вот эти вот удобрения, ребята, для зомбарей выпадают. Бумс, бумс. Тут трындец что творится, посмотри. Все очень как бы круто. Но это поначалу, ребята, все очень круто. Потом что-то ни шиша не круто. Потом нас просто начинают тут разбирать. Давай, наверное, сюда влепим. Все равно уже, как говорится, терять нечего. Ну вот он начинает, ребята, прыгать. Слушай, ну маркадемия, кстати, неплохо с ними справляется. Вот именно с этими. Значит, я понял, что надо было делать, ребят. Я, кажется, понял. Нам надо было сюда тоже с тобой выставлять именно вот эти вот орехи. Угу. Вот тогда бы был бы от этого толк. Ну-ка, если я вот сюда... Что я делаю? Блин, они усилились. Да чтоб тебя, он съедает, он не дает мне даже ничего сделать. Прикинь? Я только выставляю, он его съел. Ну, предположим, сюда. Сюда. И вот так вот. Бред. Бред какой-то сделал, просто бредятину. Удобряха. Давай вот сюда поставим. Ну и что это нам даст? Да ничего нам это не дало. Они как шли, так и идут. Все снося на своем пути. Серьезно. Трындец полный. Так. Защищаемся как можем до последнего. Пока, ребята, лидируем. Это пока. В любую секунду все может поменяться. Блин, дайте мне вот это вот. Вот это вот растение, пожалуйста. Ну дайте мне его. Есть, запускаем, друзья.
Вот только за счет него мы и наносим урон колоссальный. А в остальном просто фейлимся. Ну, сам видишь. С курицами, да, легко справляемся. Так, здесь опять же пробегают, смотри. Если мы поставим вот так вот маркадемию здесь. И просто будем с тобой шипами их бомбить. Ну вот эти вот, вот как вот с этими драться, которые летают? Вот, вот объясни мне. Вот как я с ними должен здесь справляться? Я не знаю. Да никак ты с ними тут не справишься. Трындец какой-то. Посмотри. Я просто в шоке. Я офигею, ребят. Все, подчистую, прикинь, мне уничтожили. Просто подчистую, ничего не осталось. Вон только один этот фонарь, который сейчас съедят. Это невозможно тут, ребят, бороться. Ну, тем не менее, 345-346 тысяч у меня есть очков. И 24 еще секунды нам надо простоять. Жестко, да? Оппонент нас тоже не может догнать. Видимо, тоже немножко офигевает от этого всего. Нет, мы могли бы, конечно, получше пройти, если бы уничтожать вот эти вот могилы, да? По-моему, именно с них вылазит большинство зомбарей, именно с этих могил. Ну, выиграли, фиг с ним, с горем пополам. Так, а что он тут? Орех брал себе. Угу. Не знаю, мне кажется, вот то, что он там взял, здесь не работает. Здесь вряд ли вообще что-то работает. Так, ага, ребят, мы с вами получаем все-таки, да? 20 орехов. Итого у нас с тобой 148 будет. Отлично. Еще, грубо говоря, 100 орехов мне надо получить, чтобы я смог его открыть у себя уже, как говорится, в саду. Две перчатки еще есть. Будем продолжать нашу битву. А если, например, взять... Слушай, чернильную мяту. Да ну, от нее толку здесь не будет. Так, ладно, давай иди сюда. Где-то там у нас ныкаешься. Сюда. Так, мина. Может быть, так, вот эту вот и вот эту взять, а? Как думаешь, стоит? У них такая перезагрузка долгая будет. Ё-моё, если бы ты знал. Очень долгая. Замедляха. Тут, я думаю, нету от нее никакого толку. Не будет. Лазербин. Ну и что он будет делать? Бомбить? Все, я просто в ступоре. Против летающих я не знаю, что делать. Гримрос, ребята, у нас он на один раз действует. То есть он как бы уничтожает зомби и все. Ну, фиг с ним. Давай вместо гримруза я возьму могилу еда. Вот так вот. Все, поехали. Ты фигни тут наделал, да? Скажешь, что ты делаешь, Рэй? Ерунду какую-то напридумывал. Короче, смотри. Будем с тобой делать вот таким вот образом. Сюда, сюда. Сюда и сюда. Почему назад ставлю, ребята? Потому что зомби прыгают еще и сзади. Прыгуны. Они, кстати, уничтожают, в принципе, мои растения. Так, и что? Сюда, сюда и сюда. Блин, так у меня не остается тогда мин. Фух, ну давай посмотрим, что тут из этого получится. Сразу, видишь, удобряшки эти дают. Сразу им дают удобряшки. Всем. Ладно, попробуем с тобой пока уничтожать. Вот, видишь, прыгают. Прыгунки несчастные. Прыгунки несчастные. Так, давай здесь слопаем. Ну-ка.
Вот и что он делает? Что он делает, я не пойму. Ну, что-то вроде как сделал, что-то получилось там у него, непонятно что, правда. Так-с, давай здесь. С тобой. Плодить, плодить, плодить. Друзья мои, только плодить. Последнюю, да? Могилку мы сейчас с тобой... Да, фиг там у нас. Поехали. Да как в лес вы-то проходите там, а? Ну как они... Гаденыши, а? Ну ты посмотри. Где мина? Давай срочно мину с тобой. Так вот ее размножим. Маркадемию будем выставлять. Вот ты посмотри, они им пофиг. Видишь? Они просто съедают все. И ничего не помогает. Так что, ребят, тут ты хоть ты запрокачивайся. Нифига не выйдет. Все снесли. Абсолютно все снесли. Жестко-то, конечно. Сколько у нас там? 190 очков, да? 190 очков. Курицы эти, блин, паршивые, а? Пеликаны, кого-то только нету. Ну-ка, поехали. Вот что вот оно делает? Вот эта вот мят, которая здесь. Я не вижу, ребят, никакого эффекта от нее. Просто раздавили. Меня смяли, друзья мои. Я могу сейчас сфейлиться, кстати. По очкам. Именно по очкам. Так, попробуем как-нибудь еще тут выстоять. Не знаю, как, каким образом. Мята пыхтит, пыхтит. И все, и отпыхтелось, да, свое. Люто, люто тут начинается. Блин, я даже не знаю, что это. Ну, давай вот так вот. Три. Так, один. Все, ребят, мы выиграли. С маленьким отрывчиком. Вообще с малюсеньким. Так, вот, смотри, что он делал. Слушай, огненная с мятой. А что, если нам с тобой тоже так попробовать, а? Так, мы еще получили пиньяты с тобой. Давай-ка глянем, что нам здесь выпадет. Лук. Лук, конечно же. Три стрел. И все. Две пиньяты, как говорится. Лук и три стрел. Так, еще две перчатки. На каком я там месте-то хоть? На девятом. Пупидо. Пупидо, да, значит. Слушай, если действительно взять, например, огненную мяту с огненными растениями, думаешь, есть какой-то от этого эффект? Ну, мы пока не попробуем, не поймем, верно же? Давай возьмем так. Вот так. Где у меня огненный? Огненный горохострел. Подожди-ка секунду, а он у меня вообще есть? Нет, он должен быть. Вот он. Второго уровня всего лишь. Второго уровня. И вот так вот. Предположим, да? Это катапульта. Но зато мин не будет, блин. Без мин-то здесь тоже паршиво все будет. Давай вот так, наверное, сделаем. Че, ребят, проверяем. Че у нас тут получится, фиг его знает. Выставляем, как обычно. Так, так. Здесь огненные пускай будут. Ладно. Зачем я их туда поставил? Блин. Они же, ну конечно же, лопухнулся опять. По мини, если только сюда влепить. И где-то вот здесь, наверное, лучше всего ставить. Потому что тут и пираты всякие прыгают, да, у нас.
И побольше зомбарей накопится. Ну что, давай проверим. Огненная мята. Ну, если что, будем юзать. Если понадобится. Я думаю, сейчас понадобится нам это с тобой дело. Поехали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, сколько энергии-то. Мы получали с тобой целую кучу. Что-то там бумкает, взрывается, непонятно что. Ну че вот этот пеликан, а? Шитик, блин. Мы даже не можем его уничтожить. Не можем мы этого пеликана с собой бомбануть. Все, он пролетел, короче, это пеликаш этот. Фигов. Офигеть, они сами по себе очень сильные здесь. Ничего не помогает. Просто ничего нам здесь не помогает. Давай так сделаем. Мину. Ну давай сюда поставим мину. Посмотри. Мы что происходит. Видишь, идут. Они идут как к себе домой. Ребят. Просто проходят и все. И на все им плевать. Огненная мята, выручай. Быстрее появляйся. Вот она появилась, ребят. Зажигаем. Хотя бы так. Хоть как-то нам продержаться. Хоть чуть-чуть. Оу, мы проигрываем опять. По очкам. Ребят, по очкам проигрываем. Ну-ка, если только вот так вот сделать еще. Ну, сделал. И что? И что? Что мне это дало? Да ничего, ровным счетом. Просто ничего, ребят. Они также пришли, также перепрыгнули, также все свое сделали. Грязное, вонючее дело. И все. Не, не получается. Бред какой-то насчет огненной мяты. Видишь, вот эти вот зомбарихи откуда взялись? Вот так вот. Вот что значит не уничтожить в свое время, да? Вот так происходит все это дело. И опять же нехватка идет у нас с тобой по энергии, по солнечной. У него уже 323. Опять я, ребята, скатился, получается, да? Опять я скатился. То есть, ну, в любом... Ну-ка, смотрим, что. Трындец. И как он... Блин, ну, за счет мин, ребят. За счет все-таки мин. Я от мин отказался. И, как говорится, сделал большущую ошибку. Так, ну что, последняя перчатка. Давай еще разок последний с тобой сыграем. Потому что у нас последняя перчатка. Попробуем все-таки набить. Ну, хотя бы там один-два герба. Они нам нужны. Так, и сейчас будем с тобой делать. Я возьму, наверное, хотя три стрел. Нет, нам он тут не поможет. Три стрел нам не поможет. Нам нужна будет мина. Вот эта штука. Сейчас возьму свою старую комбинацию, которая у меня до этого была. И, в принципе... Если, конечно, только можно будет взять Гаргантюа и сделать его, слушай, вот так вот, да, через... Точно, если мы с тобой сейчас вот этот гриб поставим, да, через этот, как его будем работать, через удобрение, ну, для этого нужно будет еще могилоеда взять. Ну и, конечно же, теневое растение, да, Moonflower, лунный цветок. Поехали. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Давай сюда поставим. Сюда. Сделаем с тобой вот так вот. Мины. Мины должны у нас вот тут быть.
Будем с тобой бомбить, короче, эти могилки. И удобряшки будем с тобой ставить вот на эти грибы. Я думаю, что это будет лучший вариант. Посмотрим. Все будет, ребята, решаться по очкам. Сколько очков мы получим, отсюда уже будем плясать. Блин, жалко, я вот эти вот не могу уничтожить, да? Могилы ед, давай быстрее. Так, уничтожим с тобой. Окей. Так, что я хотел сделать? Ага. Что я хотел сделать, то я и сделаю. Пускай он лопает его, мне не жалко. Так, давай сюда. Слушай, он же съел гриб. Блин, вы хотите сказать, что это все не работает, что ли, блин? Гипногриб не работает здесь тоже. Да какого хренуса-то, а? Вот скажи-ка мне на милость, ну какого фига? Ну вот смотри, сейчас вот, вот смотри, проверяем, просто проверяем. Сейчас вот он съест грибок. Просто пошел себе дальше. Вот и все. Вот так вот, ребятушки. Зря, как говорится, да, все это дело было сделано. Я опять же этого не знал. Что вот так это все будет происходить. Я не знал этого. Трындец. Что я тут могу сделать? Только лишь вот так вот расплодить. Только, ребята, вот мина еще более-менее тут срабатывает, ну, то есть наносит урон серьезный, да? За счет которого мы можем еще с тобой здесь что-то делать, выживать, блин. И все. Больше здесь нечего делать. Гриб этот, гипногриб, вообще бесполезен получается. Блин, обидно, просто трындец как. Просто трындец как обидно, что вот так вот все получается. Давай, наверное, тут хлопнем. Хо-хо-хо-хо. Люди гибнут за металл, да? Офигею. Да, это жестко. Я за счет, ребята, только мин что-то здесь мог сделать. Все. Остальные просто сметают. Все, что видят на своем пути, они все сносят. Зомби чертовы, а? Идут они там радостные. Давай, плодись. Видишь, вот эти вот погибают, ребят, зомби. Не имеет значения, насколько они там крепкие, сильные, мины их вообще шваркают на ура. 240 очков. 240 тысяч. Да? У него тут... Ну, у него второго уровня вот это вот. Лоза у него даже есть. А я всего лишь получаю одну перчатку. Так что, мы с тобой, значит, можем еще сразиться, так? Выходит. Ну, с гипногрибом, конечно, я пролетел вообще капитально. Ладно, давай попробуем еще последнюю перчатку с тобой потратить. Ай, тупость, а. С гипногрибом, конечно, пролетели. Тупанул, ну что поделаешь, друзья мои, тупанул. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Сейчас буду все минами тут заставлять. Сюда. Вот это вот, это растение, да. И то оно не срабатывает с минами. Так, это, по-моему, тоже у нас не работает. Огненная не наносит никакого урона. Толкать нет смысла их. Ну, вот так вот. Как у нас с тобой раньше и было, в принципе. Поехали. Что тут еще скажешь, блин? Да ничего тут не скажешь. Просто ставишь и делаешь. Все. Так вот, выставляем.
здесь ставим электрический. Это опять же на первое время. Такая мина здоровая там вылезла, елки-палки. Пикалка, да? Слушай, интересно, а 6 уровня она сможет сносить также зомби на изи или же нет? Проверим. Let's rock. Повылазили, повылазили сразу же, да, хламоны. Сюда поставим. Что там взрывается? Воу-воу-воу-воу. Отлично, по красотули. Да блин. Жарим. Что-то происходит-то, не пойму. Секундочку, секундочку. Давай, давай, давай. Слушай, я не взял это, что ли? Блин, точно не взял. Я могилоеда не взял. Вот это лопухнулся я. Вот это, друзья мои, я лопухнулся. Могилоед должен быть у нас здесь, чтобы уничтожать. Еб, красоты. Ладно. Давай сюда поставим. О, опять начинаются прыгунки, да? Опять начинаются прыгуночки у нас. Что там делает вот этот вот вшивый этот заклинатель? Я не пойму. Призывает зомби, что ли? О, смотри, смотри, смотри. Псих-то этот. Со скоростью света там лопает, пожирает все, понимаешь, на своем пути. Жестко. Ну, жестко. Ну, что тут скажешь, ребят? Ну, просто жесть, трэш. Так, давай-ка влупим. Как-нибудь хоть маленечко оторваться на них, да? Хоть чуть-чуть, как говорится. Так, мина, давай, плодись, плодись. Опять, что ли, там слопали все, да? Ну да, промяли. Я офигею. Да. У меня просто нет слов. Я хотел бы просто посмотреть, ребята, как кто-нибудь из прокачанных проходит вот этот ивент. И сказал бы, ну это на изи. Чтобы у меня челюсть просто отвисла. От такого изи. Трындец. Просто в шоке. Сейчас цветок съест, да? Уже съел. Так, ну. Ну что мы с тобой? Ну да. По очкам мы с тобой выиграем. По очкам. И что мы там получим? Так, смотрим, что у него здесь. Второго уровня. Так, второго. Ну, здесь у нас покруче, конечно, растения были. Именно по уровню. Надо же, 4 конфетки, елки-палки. Я считаю, что это один из сложных, ну, по крайней мере, для меня ивентов. Ох ты, 50 гемов. Слушай, ну это круто. 50 гемов, это хорошо. Так, что у нас тут еще? Давай посмотрим. В Пенни Пурсует. Обновилась или не, нет, не обновилась. И где же я остановился? А вот здесь. Слушай, можно тыщеночку срубить. Поехали. Срубим. 1000 голды. Лишней не будет, поверь мне. Так, значит, цветочки. Возьму, наверное, халапеньо. Так, здесь летающие. Я надеюсь, мне здесь клевер. Клевер дают. Клевер мне дают. Так. А, смотри, у нас здесь... Ну, тут тогда все понятно, что мы с тобой будем делать. Тут нам попроще. Так. Возьмем этого сюда с собой. Дейзи, наверное, да? Понадобится нам.
Так, вот эту минку хочу взять. Блин, зомбари-то дофигища, если честно. Блин, давай, наверное, так сделаем. И вот так. Ху-ху-ху. Рискованно, конечно. Но я попытаюсь, друзья мои. Я попытаюсь пробиться. Так, подсолнухи, давай, поехали. Энергию мне срочно. Срочно энергию. Окей. Так, и Дейзи. Дейзи будем с тобой выставлять. Три стрел. Плодись. Так, мины сюда. Подсолнух пускай здесь. Так, что у нас тут? Зачем? Зачем? Блин, я не хотел выставлять, ребята. Перепуга-то она сработала, а? Так, мины. Так, Дейзи должны у нас везде тут с тобой стоять. Удобряхи. Так, сюда поставим Дейзи. Тут опять же мину выбрасываем. Летающих, я что-то летающих, кстати, здесь не видел. Ага, сдуваем. Сдуваем. Ну куда ты идешь, блин, а? Фигов авиатор. Все-таки задавил, да, цветок? Все-таки задавил он мне цветочек, ребят. Бух. Это все забираем. Кто не улетел, пускай идут лесом. Так, подожди-ка, вот сюда Дейзи поставим. И три стрелы вот сюда хочу влепить. А все, это последний зомби, оказывается, был. Ну, пятого уровня все они были, поэтому, ребят, здесь было довольно легко. Ну, тыщеночку я срубил. У нас еще с тобой 10, да? А, и тут еще и гемчики зарабатываем. Конфетки. Так, переходим на следующий. Вот сюда. Восьмого уровня, опять же. Кто-то говорит: Рэй, а что ты там, типа, не берешь помощнее, посерьезнее? Ребят, вы видели мои растения? Помощнее, посерьезнее уровни проходить не получится, как бы я тут не хотел бы. Естественно, если бы я мог бы проходить тут на изи, я бы брал бы совсем других. Так, давай посмотрим, тут восьмой уровень, тут одиннадцатый. Я только лишь могу позволить себе здесь пятый уровень проходить. 10 винограда мне, в принципе, устраивает эта награда. И очень долго, очень, ребята, долго у меня прокачиваются растения. Нет, конечно, можно здесь жить в этой игре, и будет у тебя все тип-топ. Так, секунду. Давай я возьму, наверное, так. Летающий зомби, да? Тут у нас виноград с тобой будет. Угу. Вот здесь бы как раз бы нам сейчас и пригодилось бы все, что мы с тобой потратили. Твою же налево. Ладно, давай так сделаем. Наверное, вот так вот. Тут летающих много, так что опять нам придется взять с тобой клевер. Клевер, да? Слушай, наверное, подсолнухи, наверное, придется взять, да? Слушай, ну я буду брать вот этих вот. У меня они прокачаны, где эти близнецы? Вот они, третьего уровня. И орех. Орех, я думаю, не стоит брать здесь. Если только... Нет. Ну кого тут взять? Я не знаю, может быть, уменьшатора? Попробуем, поехали. Если что, виноград, я надеюсь, нас тут прикроет с тобой. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и подсолнухи, конечно же. Босс вредный, естественно, будет сейчас всякую пакость, наверное, сбрасывать сюда. Хотя на пятом уровне он, по-моему, ничего не делает. Врать не буду, если честно. Посмотрим. Так, что там у нас? Летающий уже. Уже сразу же начинается, да, с летунов. Мы с тобой, естественно, будем плодить все это дело. Так, бомбим. Ну вот куда ты, вот куда ты, вот
Блин, лезешь-то, а? Что происходит, а? Куда ты там попер? Прет он. Понимаешь ли? Так, летающий, да? Виноград. Вжариваем. Вжариваем потихонечку. Так, у нас с тобой удобрение выпало. Давай вот так вот сделаем. Сразу с двух сторон будем просто атаковать. Уменьшатор вообще срабатывает у нас тут или нет? Что-то, по-моему, не срабатывает он здесь, не шиша. А нет, вон, работает, ребята, все работает. Виноград, поехал. Все вроде бы хорошо, все в норме. Давай-ка мину сюда влепим. Так, мину влепили. Здесь все сделали, все пучком. Так, влупляем. И виноградик. Так, у него еще здоровье есть, да, я смотрю? У босяры-то. Сдуваем эту всю шалупень отсюда. Так, мина, давай, плодись. Куда он там перелетает? Ага, сюда. Еще, еще бомбим, бомбим, бомбим. По боссу, ребята, по боссу, конечно же. Все, да? Да, ребята. Грубо говоря, босс повержен. Так, тут у нас летающий есть, нету? Не вижу нифига. Предположим, так, здесь они подорвутся. Сюда. Так, уменьшатор, давай-ка, срабатывай. Жить. Сразу малышами такими стали и взрываем. О, даже гем выпал. Так, давай, наверное, вот здесь вот. Удобрение. Так, сюда, сюда. И вот сюда. Так, виноград еще с тобой зарядим сейчас. Да когда же закончится-то? 8 секунд еще подождать, блин. Что-то как-то долго. Ну, есть. Фу, справились, ребята. Че, 2200 мы заработали? Слушай, ну это прикольно. Так, а что нам выпадет из пиньеты? Так, понятно, 2200 денег. Цитрон 5. Еще 10 цитронов, и мы сможем его пропать. Так, ну и водоросль. Я не знаю, зачем водоросль вообще нужна. Я ей вообще не пользуюсь. Вот когда мы проходили с тобой основную сюжетку, да? Там на пляже она нужна была. А здесь вообще не нужна. Так, ну что? Все, ребята, все, наверное. Так, у нас есть какой-нибудь сегодня ивент, который бы стоило пройти? Так, зарабатываем с тобой гемы. Так, еще гемы. 60 уже, так, конфеты. И опять же гемы, брюлики. Окей. Дай-ка я посмотрю. Есть, друзья мои, у нас эпический квест. И я хочу его попробовать пройти. Давай-ка рискнем. И я гляну, что же у нас здесь. Так, зомби. Ну, я не скажу, что там супер-пупер сложные какие-то. Блин, ну таким-то макаром, конечно, фиг пройдешь, наверное. Дали они мне. А что вот это вот растение делает, а, ребята? Я не знаю, что оно делает. Уничтожает, по-моему, да, сразу там, или что-то такое. Сейчас посмотрим. Да блин, энергию-то дайте. О, давай, сдувай их. Блин, оно еще так дорого стоит, 200. Так, этого заморозим пока, наверное. Нечего ему здесь делать. Так, этот зомби погиб. Сейчас мы вот так вот с тобой по периметру вначале поставим здесь, да? Эти грибочки. А потом будем тестить вот этого. Что он делает, я не знаю. Заодно и проверим. Так, дай-ка я его, наверное, еще раз заморожу. Вот, сейчас мы с тобой и проверим.
ты. Че, один разик, что ли, делаешь так, и все? Да ладно, ты серьезно, один раз и... А дальше что? Ну-ка. Ого. Ничего себе. Что, он превращается, что ли, в разные эти? В разные растения? Слушай, ну меня устраивает такой расклад. Прикольно. Слушай, ну я серьезно говорю, прикольно. Смотри, видишь, что он делает. Так. Секундочку. Ну-ка, давай-ка вот так с собой сделаем. Ух. Ну-ка, сдувай этого шитик отсюда. Блин, шут гороховый идет. Шут гороховый бежит. Так, мы же можем его, по-моему... А, секунду, мы... Хотел поставить капельку, сделать общую заморозку и... Не сделал. Ладно, фиг с ним. Там уже роботы ползут, да, я смотрю? Уже ползут. Охламоны. А что это гриб-то туда улетел? С чего это вдруг? Ну-ка. Вот как это работает. Так, а вот маги это зло, ребята. Маги это зло. Они сейчас будут тут в овец всех превращать. Надо их морозить. Желательно быстрее. Ну. Так, предположим. Слушай, ну я тебе скажу одно. Первый уровень довольно легеньким, да, был. Как бы тебе сказать, этот цветочек, в принципе, хороший, что он превращает, да? Зомби вражеских в мои растения. Но это так долго делает он, что я даже не знаю, стоит ли он того. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. Переходим. Так, второй у нас поединок. Надеюсь, сейчас не надо будет выбирать. Я вот не люблю, когда тебе дают выбор растений, да? Упс, король. Ё-моё, там король, ребята, зомбарей. Угу. Так, пока никуда не будем ставить. Чё, вы хотите сказать, что будут одни вот эти вот цветочки? Нет, не одни цветочки. Давай, вылупляй. Блин, король. Да что ты делаешь? Блин, он превращает их. Он их превращает, ребята, в рыцарей, естественно. Кого он еще может их превратить? Ну, в принципе, этот потихоньку там бомбит, сопливчик. Стреляет. Пускай стреляет, так. Опять вызывает, да? Опять призывает своих королей. Так, по поводу капельки, что я хотел, ребята. Ох, смотри, у нас что есть. Мята, оказывается, здесь. Так это вообще круто. Мята возвращает всех зомби сюда. На начало, да, по-моему? Такое редкое растение, что я даже и не помню, что оно делает. Ну, проверим. Проверим. На самое начало, по-моему, да, их? Угу. Так и есть. На самое-самое начало их телепортирует. Так, дай сюда мне горшочек. Так, еще нам дают такую же мяту, ребят. Пока потерпим. Еще не к спеху, но скоро уже, наверное, уже вот сейчас вот, вот. Уже близко-близко к тому, чтобы использовать. Там еще и летающие, блин. А вот прям сюда это все выставлять будем. Окей. Ну-ка. Так, а если я вот таким вот образом. Хоба. Блин, а летающие не замораживаются.
Ну это и логично, да? Что он там делает? Давай его сюда поставим. Оу, еще меня туда ли. То есть есть шанс нам обратно их откинуть. Ну это круто. Блин, вот то, что он толкает, вот это вот не есть хорошо. Давай так сделаем. И вот так. Что, ребят, по-моему, пора их выталкивать. Слушай, ну еще будет, блин, еще целая волна будет. Фигово. Это очень фиговенько. Так, пускай тут заморозится. Блин, толкает. Сейчас вытолкнет, да? Все мои растения. Мы можем, в принципе, вот так вот с тобой сделать. Окей. Тряхнули. Так, давай дальше сюда. Да почему что, блин, вот этого-то не делаешь? Где угодно, кого угодно, но только не там, где нужно. Окей, так, давай сюда, наверное, поставим. Зомби идет. Толкаем, ребята. Ну фиг ли делать. Нету вариантов, просто, понимаешь? Нету вариантов. Так, да заморозься ты уже, а, достал. И короли тут стоят, смотри. И заморозить я их не могу, да? Все. Отдуплились королики. Слушай, ну это только второй этап. Уже напряжно. Слушай, что у нас вот эти вот растения? Все с ними будет, что ли, связано, я так понимаю, да? Третий бой. Ну-ка, покажите мне, что у нас тут сейчас. Какие враги? Ё-пресоте. О-оу. Ребят, это уже не весело, не шиша. Пляж, это вода будет, да? Оу. Фигово. Блин, как же они долго накапливают, а? Ну вот, серьезно тебе говорю, очень долго накапливают. Ладно, пускай пока так будет все. Растения тонут, естественно. Так, куда бряхи? Это меня радует. Ох, даже золотая монетка выпала. Ну куда ты там летишь-то, а? Муха ты навозная. Да-да, правильно, главное с флагом уничтожить. Оу, и как ты работаешь? Трындец, просто всех. Это круто. Пригодилось, надо же, пригодилось мне, ребята. Наша водоросль. Фига мы сейчас тут их всех, ребят, поуничтожаем. Смотри, что мы тут с тобой вытворяем. А? Нормуль? Я считаю, что нормуль. Тихо-тихо-тихо-тихо, куда? Куда? Не надо. Что он там тянет? Тянет, потянет, а? Ну. Так, давай вот так вот сделаем с тобой. Да фиг вам. Не пройдете, не пролетите. Ничего не сделаете тут против меня. Буду вас топить. Это хорошо, что здесь у меня водоросль под удобрениями. А я не знаю, ребят, как бы тут мы с вами смогли бы драться против них. Да, наверное, никак бы не получилось. Просто не получилось бы. Отлично. Так, давай свои монетки нам. Сколько там еще боев у нас? По-моему, две штуки, да, будет? Две штуки. Так. Четвертая битва. Поиграть, что ли, сегодня?
Растение против зомби-герои? Что скажешь, а? Я думаю, наверное, стоит, да? Подожди-ка, а что это у меня там? Могилы-то здесь появились. С какого, блин, перепуга-то? Ладно, хорошо, нам здесь помогут кто? Ну, естественно, наши близнецы. И морковка-то у нас, кстати, тоже под ультой. Тихо ты, камен. Никаких камен. Давай, давай, грибочки, растите быстрее, ё-моё. Что-то слишком медленно. Слишком, блин, медленно. Так, ну я надеюсь, это... Очень долго созревает эта мина. Очень долго. Картофельная мина, она очень долго созревает. В отличие от той, первобытной. Согласись-ка. Давай сюда поставим, наверное. Блин, вот как вот мне его? Вот как мне его? Сдувать, что ли, придется теперь? Походу дела придется его сдувать. Хотя нет, подожди-ка. Вот так вот. Пощечину надавали ему. Грибы. Спят, а. Так, этот зомби взорвался. Давай вот так вот. Блин, тут еще и прыгун, а. Ну серьезно, что ли, блин? Прыгуна только не хватало со взрывчаткой. Сейчас гриб мне этот съест. Съест ведь, да конечно съест. Засранец, а. Ладно, у добряшки хотя бы есть какая-то радость. Так, я пока, наверное, не буду тратить. Здесь просто с тобой мин поставим. Здесь. Оу-оу-оу-оу. Сюда обязательно вот этого надо влепить. Ну ты стрелять будешь или нет, блин? Есть, успел. А ты вали отсюда. Так, пошла, пошла мазута. Давай, наверное, с тобой мины плодить. И вот так вот делать. Листочек, удобряшка. Давай, 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 давай. Пускай они будут. И нам нужно вот это вот, ребят, растение получить, в конце концов. Стоит 200, блин. А что это? Ой, разлом, ребят, появился. Блин, ну только разлома здесь не хватало. Давай, давай, ух, взяли и выкинули просто-напросто. Сразу же с лету просто. Офигеть. Трындец. И не хватило, да? И не хватило нам мощей. Ну вы сейчас серьезно, что ли, вот это вот? Жестко, конечно, жестко, ребята. Ну, пришлось потратиться, как видишь. Давай, быстрее, превращай их. Кого ты превратил? Не в того, в кого надо, ребята, если честно. Так, этих тоже откидываем. И сейчас пойдет последняя волна у нас зомбарей. Вот тут ты что, настолько гриб, что ли? Понеслась музыка, блин. Так, тут и прыгуны сейчас будут, ё-моё. Все, все будут, кому не лень. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Упс. Пробили, да? Пробили, пробили. Тут отбросили. Поставим сюда. Что? Эх, опять эти говнюки появились здесь, а? Сейчас будут толкать. Сейчас будут толкать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, хороший. Распрыгивал. Распрыгались-то они здесь, чё? Так, удобрение. Под кого нам? Под мину, наверное, да? Окей. Сейчас неплохо было. Мне даже ничего не сделать, ребята. Я могу только одну себе позволить. Это потратить деньги, ну, на заклинание. Но я не хочу этого делать.
А, наверное, и придется. Придется или нет? Придется. Вот таким вот образом, ребята. Ух. И у нас с тобой остается последний поединок. Последний поединок, и будем собирать награды. Там 30 семян будет разыгрываться. Рандомных, естественно, растений. Посмотрим, что нам достанется. Так, здесь зомби, блин. Снежные эти еще. Так, ладно, пока не будем. И оно у нас первого уровня. Что оно сделает, ребята? Первого уровня, да ничего. Давай, опа. Так. Ага. Предположим. Как-то вот так вот, это в начале, да? Ёлки ты палки, ты посмотри. Да блин, мне нужно вот этого. Что-то делаем, все непонятно что. Так, давай. Отлично. Так, этих замедлим на самом начале. Пускай они там идут медленно, еле-еле. Ох, даже вот так вот. Ну давай, предположим. Йоу, просто сколько их тут, это посмотри. Замедляху срочно, срочно, ребята, замедляху. Спортсмен бежит фигов. Так. Сюда замедление. Слушай, ну вроде бы как неплохо идем. Блин, неплохо идем. Смотри, они все съедают на своем пути. Все проминают, а? Так, тихо-тихо, ага, подбили. А там толкают. Там... Твою ж налево. Давай-давай-давай, съедай их там всех. Так, предположим, еще удобрение. А этот у нас, этот толкает, как всегда. Блин, ну тут толкают. Слушай, а он не может, друзья мои, пробить. Я даже не знаю, что тут сделать-то можно. Может быть, как-то оттолкнуть их? Офигеть, оттолкнул. Ну, хоть что-то. Так, это последний зомби, да, получается? Есть. Слушай, прошли, но я потратился. У меня было, по-моему, больше 10 тысяч голды, а осталось 6 тысяч. То есть в убыток себе сыграл. Но зато прошел эпический квест. И давай смотреть, что нам здесь выпадет. Так, редиска. Дальше. Могилоед. Дальше. Солнечная жаба. Так, это, по-моему, тоже редиска, да? Или свеколка, я не знаю. Снапдрагон. И все. Ну, так себе, ребята. На самом деле, реворд. Я бы хотел, конечно, побольше и получше. Но что есть, то есть. Ну что, дорогие друзья, наверное, будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!